каждого вершина первая своя. Когда ты покорил ее, ты покорил себя. Очнувшись наверху, ты громко голосил, не понимая, как дойти хватило сил. Остались у подножья города. Ты наверху наполнишься невероятной силой, поймешь, что все твои проблемы — ерунда, что жизнь свою мы сами делаем унылой. Когда мне не дает покоя груз накопившихся проблем, трамбую их в рюкзак рукою, добавлю сверху нерешаемых дилемм, и мысленно я поднимаюсь на педан. Ответ на многие вопросы там, а там я вспоминаю мудреца, который призывал идти к вершинам, и нету этому пути конца, вот только вниз или вверх. Нужно решить нам. Лишь выбрав верный путь, тогда поймешь, что цель достигнута была, и чем бы ни была забита голова, из 10 проблем останется одна. Поделена вся жизнь на до и после. И в горы хочется идти за новой силой, а наверху ты убедишься снова, что жизнь свою мы сами делаем счастливой.